услышать мнение наше, наверное, какое-то, да? Да, Валя, что ты кушаешь, расскажи. Я скажу так. Вот этот отель, в котором мы остановились, имеет вот три таких вот очень важных преимущества. Первое, конечно, это великолепнейший воздух и озеро, на котором мы находимся, Балатон. Да, прямо с бассейна сегодня выходили к озеру. Спа, водная процедура, это вообще как бы высшего класса. Вот элитная, наверное. Вот все водные процедуры, все, что здесь может быть, это очень впечатляет. Ну, вот и стол такой, как вот мы здесь, как кормят здесь, это я не знаю. Даже для того, чтобы просто попробовать все, что тут предлагают нам. При этом, наверное, надо было еще дней на пять задержаться. Впечатление самое приятное. Да, даже из-за спа, да? Мы даже ничего не сказали об общении, да? Сейчас пойду еще задам. Да, классно. Пырет. 4 звезды, Балатон. Ну, классно, классно. Очень благодарны. Великолепные просто. 4 звезды, но тянет точно на 5. Потому что такое разнообразие вкусов и полезностей, и вкусностей. Ну, мы все объективно напишем, на самом деле, на отзывы на сайте TripAdvisor, да. Потому что мы как самостоятельные путешественники, мы на это имеем право, мы самостоятельные путешественники компании Fireflies, и мы пишем реальные отзывы об отелях. И сейчас Валентина сказала самое главное три преимущества. Но есть некоторые недочетики, о которых я вредина все равно не умолчу. А вообще, ребята, путешествуйте вместе с нами. Это классно, это выгодно, это надежно и даже прибыльно. Хотите путешествовать бесплатно, обращайтесь. Данные контакты под этим видео. Лариса, ну добавь, что мы, в общем-то, у нас еще и цель была такая. Мы, конечно, приехали учиться. Получили, вот обучение получили сполна, по полной программе. Вот, впечатлений масса, подсказок куча целая. Возможности, после семинара классные. Да, возможности... Не передать. Я думаю, что мы просто семинаре сделаем обо всем этом отдельное видео. Да, пока, друзья. Пока-пока. До новых встреч.